Скоро середина ноября, ночные заморозки и дневные осадки для этого времени года не редкость. Как раз они делают дорогу скользкой, а значит опасной. Коэффициент сцепления покрышек с дорогой уменьшается в разы, а тормозной и остановочный путь увеличивается. Все это приводит к авариям, в которых гибнут и калечатся люди. Именно поэтому в нашей стране обязательна установка зимней резины на период от 1 декабря до 1 марта. По законодательству у нас 1 декабря по 1 марта обязательно установка зимних шин на транспортные средства. Зимние шины все-таки оказывают огромное влияние на поведение автомобиля в условиях, скажем, опасных для движения. Вот, это влияет на устойчивость, во-первых, и на приторможении. Автовладельцы обычно тянут до последнего, в пик грядущих морозов или снегопадов. Все пытаются переобуться, поэтому, пожалуйста, записывайтесь, пока время есть, всех обслужим. Процесс замены шин стандартный – снятие колеса, демонтаж и монтаж покрышки, затем балансировка. В умелых руках на комплект из 4 шин уходит до 40 минут. При замене шин особое внимание уделяется износу протектора. Остаточная высота рисунка не должна быть менее 4 мм. На каждую марку автомобиля, будь то легковой автомобиль, будь то мотоцикл, будь то автобус, грузовик, есть своя определенная высота протектора износа, допустимая высота протектора износа. Если она ниже допустимой, автошина эксплуатации не подлежит, ее надо утилизировать. На нашей станции замена комплекта шина, 4 шин, на одно колесо 9 рублей. То есть в целом 9 на 4 – 36 рублей. Это без стоимости балансировочных грузиков. Теперь, что касается изменений. Ранее большинство диагностических станций отказывали в прохождении гостехосмотра тем, кто установил шипованные зимние шины, так как это наносило ущерб оборудованию в виде износа тормозных роликов. Но с этого года автомобилистам пошли навстречу. Мы ввели отдельный тариф, чуть дороже, чем обычный, но все-таки позволяет автовладельцу не искать какую-то отдельную станцию или перебывать на зимние шины без шипов, приехали на том, чем они пожелали сами. Еще в брестском филиале предприятия «Белтехосмотр» появилась новая услуга по сезонному хранению шин. Стоимость зависит от срока, от месяца до полугода и количества шин на 2 колеса или комплект. Где хранить шины – личное дело каждого, а вот установка зимних шин на все колеса обязательно. ГАИ предупреждает, неисполнение данного требования влечет за собой предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины.